Друзья, всем привет! С вами Оксана Лифенко, и сегодняшнее видео будет полезно тем, кто хочет научиться вязать косы крючком, и для тех, кто хочет начать вязать вот это чудесное пальтишко для куколок. Так, я сейчас быстренько для тех, кто будет именно не просто косы вязать, а для куколок, расскажу о пряже, материалах. Кому интересны только косы, то немножечко перемотайте, я поставлю тайм-коды в описании к видео. Итак, мое пальтишко связано из вот такой вот пряжи, Alize Angora Gold. Это у нас 80% акрил, 20% шерсть. И здесь в 100 граммах 550 метров. Ниточка достаточно тоненькая, но за счет вот этих вот ворсинок, да, она объемная. Полотно получается, ну, такое, не супер тоненькое. На пальтишко у меня ушло 62 грамма, да, плюс-минус 1 грамм, потому что я уже готовое пальто взвешивала. Я думала, что буду вам показывать на примере вот этого красивого оттенка, но побоялась, потому что здесь окрас неоднородный, и боюсь, что на видео будет вам как бы темновато и пестрить будет. Но вдруг кто-то захочет этот цвет 221, вот этот цвет, я вам говорила, 27, а вязать я сейчас буду из 39. Крючок под эту пряжу я беру двоечку. Я пробовала 1,75, но мне показался он тонкий для этой пряжи, не очень удобно вязать. Сегодня мы с вами полностью свяжем вот эту вот часть, то есть вот эту вот косичку. Не слишком простой урок, поэтому на сегодня нам этого будет более чем достаточно. Смотрите, ширина моего узора 14 петелек плюс 3 петли набираем для подъема, который нам заменяет первый столбик. Так, это я беру, чтобы нормально фокусировалось. То есть всего нам нужно набрать 17 воздушных петель. Как я сказала, первые это у нас 3 подъема, и это сама петелька, ну, как бы основание к этому столбику уходит. Поэтому мы сейчас выполняем столбик с накидом в пятую петлю. И первый ряд у нас очень простой. Мы вяжем с вами по одному столбику с накидом в каждую петлю. Вот такой простой первый ряд у вас должен получиться. На всякий случай пересчитайте 14 столбиков вместе вот с петлями подъема. Из чего состоит мой узорчик? Смотрите, центральные 8 столбиков – это наша косичка. Здесь 2 косы по 2 по 2, то есть 2 по 2 будет вправо, 2 по 2 влево. От косички идет обычный столбик с накидом. Потом идет, ну, единичный, так сказать, выпуклый столбик с накидом, и крайние столбики и петли подъема. Вот это у нас лицо с вами. Сейчас мы будем вязать изнаночный ряд. Делаем 3 петли подъема, и сейчас мы будем вязать по лицу. Он у нас выпуклый, а с изнанки он у нас вогнутый. Поэтому делаем накид на крючок и заводим его вот так, огибая столбик. Конечно, по выпуклым, вогнутым столбикам у меня есть отдельное видео. На всякий случай вам оставлю. Но думаю, что вам здесь все будет понятно. Сейчас мы его еще раз повторим. После этого столбика делаем обычный столбик. Смотрите внимательно, чтобы вот у вас не задвоились петли. То есть вот эта верхняя косичка, она у нас как бы остается. Вот наш следующий столбик. И в его косичку мы вводим крючок. Ой. Крючок и провязываем обычный столбик. Далее у нас идет 8 петель нашей центральной косы. Вот он, следующий столбик, видите, и мы сейчас делаем 8 вогнутых столбиков. Выводим крючок как бы с изнанки на лицевую, ну, которая сейчас у нас лицевая. Вот так вот огибаем столбик. И далее все как обычно для обычного столбика с накидом. Первый накид на крючок. Смотрите, с изнанки к себе, назад и вяжем. Это у нас с вами 2, 3. Так, секундочку. 4. Старайтесь не спешить, если у вас такая же ниточка, как и у меня.
5. Ей нужно так, знаете, с чувством вязать. 6 и еще 2. 7, 8. Если вы провязали правильно, видите, у вас вот здесь вот остается как бы косичка наборного ряда. Следующий столбик, вот он у нас, мы сюда провязываем обычный столбик с накидом. Так, секунду. Следующий у нас снова вогнутый столбик. Это вот та такая одиночная маленькая косичка. И в последнюю петлю, третью петлю подъема, мы провязываем крайний обычный столбик. Все, наш второй ряд готов. Делаем 3 петли подъема. Можно 3, можно 2, но я по 3 вязала. Вот эти косички у нас уже видны. На изнанке это у нас вогнутый столбик, на лице это у нас выпуклый, либо лицевой. Поэтому мы теперь сделали накид и вот таким образом заводим крючок, то есть перед столбиком. Провязали. Следующий столбик, мы помним, что у нас идет обычный. Все, и теперь переходим к самому интересному, косички. Делаем накид на крючок. Первая у нас будет вот вправо наклонена. Как запомнить? Если вы видите, что у вас идет в сторону правой руки наклон, значит, это скрещены вправо. Вот наши первые 4 косички. Первый, второй столбик пропускаем и вяжем в третий выпуклый. По лицу у нас всегда будут идти выпуклые столбики или лицевые. Провязываем первый столбик. Здесь не нужно ниточку затягивать. Чем слабее будете вязать, тем легче вам будет выполнять этот узор. Ну и, конечно, не так, чтобы прям совсем Так, ну вы поняли. И второй столбик. Вот мы выполнили 2 вот наклона у нас. Теперь нам нужно крючок завести особым образом, чтобы вот эти 2 пропущенных столбика остались за вот этими 2 передними. Мы делаем с вами накид на крючок, и тоже они будут выпуклыми. Вот так вот изгибаемся, то есть вы его заводите под вот эти 2 столбика, которые вы уже провязали. И вводим его под самый первый, ну первый пропущенный. Вот он. Теперь вам нужно вот сюда вернуться, опять же, как бы под эти, чтобы вы могли ниточку подхватить. И уже непосредственно вяжем сам столбик, тоже свободнее стараемся. Делаем накид, подныриваем под вот эти наши 2 столбика, как бы даже можете вот так вот их оттянуть, чтобы вам видно было. Вводим крючок так, как нам нужно, и возвращаемся сюда, чтобы можно было провязать этот столбик. Вытянули петелечку получше и завершили. Вот такой первый переплет у нас получился. Может получиться не сразу, вот за счет того именно, что как бы поднырнуть. Вот этот сейчас будет легче, здесь тяжелее. Но вы не сдавайтесь, обязательно у вас должно все получиться. Делаем накид на крючок. Снова 2 пропускаем и вяжем 2 следующих выпуклых. 1 и 2. Здесь нам с вами действовать легче. Делаем накид, потому что мы спереди заходим. Вот наши 2 пропущенных. Под первый вот так вот заводим и вяжем столбик с накидом. И под, сейчас под второй. Вот, провязали. Сейчас еще мало что видно, но скоро наш рисунок уже как бы определится. Смотрим, вот он наш обычный столбик, да, это словно как бы, ну, типа изнаночной, когда мы спицами вяжем. И маленькую свою косичку, которая у нас из одного выпуклого столбика состоит. В последнюю петельку вяжем тоже крайний столбик с накидом.
Так, готов наш лицевой ряд уже основного узора. Вяжем изнаночный. 3 петли подъема, я обычно их в конце провязываю. И вспоминаем, здесь мы вяжем с вами вогнутый, ну, изнаночный. Потом у нас идет обычный. И здесь, как и в предыдущем изнаночном, мы с вами вяжем вогнутые столбики изнаночные. Но единственное, здесь же у нас уже как бы скрещенные петли, поэтому мы просто как бы внимательно смотрим, куда нам вводить крючок. Вот так прям отгибаете и смотрите, какие у вас первые идут. Вот видите, первые вы вот эти должны захватить столбики. Вот прям вот так вот можете смотреть. Заводим за столбик. Вытягиваем ниточку и вяжем столбик. Следующий смотрим. Вот он у нас. И провязали столбик. Теперь у нас два, которые как бы снизу идут, да, их видно уже хуже, но ничего. Вот нам их вот здесь хорошо видно. Выводим крючок и на лицевую сторону. Ну, на лицевую стой, я имею в виду. Так, оп. И провязываем столбик. И вот он наш последний из этой косички. Почему я говорю, что нужно вязать чуть свободнее, для того, чтобы вы могли крючком здесь маневрировать. Делаем накид на крючок. Смотрим, видите, здесь у нас как бы ближе к нам первые наши столбики. Они как раз у нас как бы снизу идут. Так, вот он наш первый столбик. И вот он второй. Видите, вот он уже как бы идет на стыке, поэтому тут сложновато, вы прям как бы его вылавливаете. Вот, поймали наш столбик и провязываем столбик с накидом. Так, и еще два. Эти полегче, видите, нам их тут хорошо видно. Так, далее у нас идет обычный столбик с накидом. Далее выпуклый. Вот она косичка. И обычный. Смотрите, мы связали вот эти, которые последние два ряда, сами косички и изнаночный ряд, они у нас сейчас так и будут повторяться. Мы сейчас для того, чтобы закрепить с вами результат, свяжем еще два ряда вместе. Вяжем 3 петли подъема. Первый у нас идет выпуклый столбик с накидом. Вот первый выпуклый и который обычный у нас столбик, вы их вяжете как обычно. Косичку старайтесь вязать послабее. Так, накид на крючок. Вспоминаем, что первые два мы пропускаем. Находим вот наши два следующие. Вот видите, раз, два, три, четыре. Вот он у нас. Третий, четвертый. То есть мы всегда первые два пропускаем. Теперь, видите, у нас вот эти крайние, они сверху. Раз они сверху, мы должны с вами залезть под низу, вот сюда, под эти два, и залезть прямо вот под первый. Вот, мы его с вами схватили. Вытянули петельку. И провязали столбик. Накид на крючок. Нашли второй. Вот я, видимо, предыдущий ряд связала прям так слабенько. Мне сейчас легче находить эти столбики. Так, косичка готова. Следующее. Два пропустили. Вот эту влево прям как бы даже практически в удовольствие вязать. Потому что ее хорошо видно. Два связали. Делаем накид на крючок. Вот у нас наш первый столбик из этой группы.
мы под него вводим наш крючок и вывязываем столбик с накидом. Еще один накид на крючок. Смотрим, где вот он наш столбик. Завели. И провязали столбик с накидом. Так, ряд у нас всегда начинается и заканчивается одинаково. Обычный столбик, выпуклый столбик и обычный. Так, и давайте следующий ряд снова еще один разочек с вами вместе свяжем. 3 петли подъема. Здесь у нас изнаночный столбик, который вогнутый. Далее обычный столбик. И вот здесь еще раз внимание, у нас должен идти как бы столбик над столбиком. То есть видите, вот у нас косичка изогнулась и пошла вверх. Изогнулась и пошла вверх. Точно так же и нижний, который там. Как бы столбик над столбиком мы должны сделать. Делаем накид на крючок. Смотрим, вот он наш первый столбик. И провязываем его. Раз. Вот он наш второй столбик. С этой стороны первые два хорошо видно. Два. Но мы помним, что у нас еще два. Их вот здесь вот, вот они как бы. Их теперь тут лучше ловить. Накид на крючок. И находим. Оп. И оп. Наш этот столбик. Провязываем. И следующий. Урок сложный. Ну как, относительно сложный. Именно не в плане понимания, а в плане вот технически, как бы, думаю, не особо много удовольствия, чем обычные столбики вязать. Но стараюсь вам донести, поэтому, пожалуйста, лайк, если вам нравится со мной вязать. Накид на крючок. И здесь наоборот уже, видите, эти мы будем потом вязать. Сначала вот эти, которые с лицевой стороны снизу идут. Вот они, наши столбики. Один. Обязательно пишите, как вам было. Доступно, недоступно, легко, тяжело вязать. Справились вы или нет. Так, провязали два. Это которые вот у нас изнутри. И теперь вот эти два легенькие. Все. Обычный столбик у нас следующий идет. Ну все, ну давайте ряд довяжем с вами до конца, да? Так. Вогнутый. И последний столбик у нас обычный. Все, видите, вот такая косичка у нас с вами уже вырисовывается. Вот у нас сделали мы два переплетения. Дальше, если ваша задача была просто научиться косы вязать, то упражняйтесь, обязательно у вас все получится. Можно прям так в образце послабее вязать. Для тех, кто вяжет пальтишко, я сейчас пересчитаю и скажу, сколько мы с вами здесь вяжем. Вот видите, это у нас... Вот такая штука должна получиться. Сейчас посмотрю, попала я сама, куда мне надо. Ну, вроде нормально идет. И мы сейчас вот вяжем ее сюда, сюда, сюда и до этой стороны. Но здесь, когда мы будем на спинке, для того, чтобы у нас как бы, ну, в одну сторону, чтобы красиво, симметрично было, косички исходили, то я сосчитаю и скажу вам, сколько мы вяжем до серединки спинки, и потом мы просто поменяем лево-право. Кстати, друзья, раз вы вяжете со мной сейчас пальтишко, значит, вы любите сложные проекты. Поэтому я хочу вам напомнить о мастер-классе «Вокруг света», который состоит из вот такого топика, кофточки, брючки. Здесь, интересно, вывязываются карманы, они полностью настоящие, шовчики. Также в мастер-классе вот такой вот пиджачок. Здесь, видите, такой вот воротник. Здесь... С помощью погона мы вывязываем реглан, карманчики,
Вот. И также в мастер-класс еще входит кепочка. Этот мастер-класс можно заказать на моем сайте в формате PDF. Он стоит 390 рублей или 155 гривен. Также у меня еще есть мастер-класс по кедам. Это 200 рублей 80 гривен. Ссылочку на сайт я вам оставлю под видео. А мы с вами возвращаемся к нашему пальто. Смотрите, вот такие рядочки с перекрещиванием вам нужно связать 10 раз. То есть лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. И так 10 раз. И если вы пересчитаете, вот можно по вот этим вот отверстиям считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Либо вот по самим перекресткам этим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сейчас мы с вами сменим направление. Но единственное, сейчас мы с вами на всякий случай сделаем небольшой замерчик, чтобы вы ориентировались, попали вы в мой размер для полочки, либо нет. Итак, ширина этой косички у меня получается, давайте я вот так на стол. Если я прям вот от, ну, включая, так сказать, кромочные, то где-то 3,6 сантиметра у меня получается. Вот. Ну, тут я закрыла пальцем, держу 3,6. Если я... Это у нас половинка, как бы. Сейчас замерю вот прям от самого начала. И сюда, то получается 11,8. Кстати, это милая рулеточка, наверное, месяца два уже точно мне служит, пока как бы с ней все хорошо. Это AliExpress, я вам ее показывала и оставляла вам ссылочку. Итак, оп, то есть мы сейчас дошли вот до серединки. И вяжем лицевой ряд, 3 воздушные петли, выпуклый, обычный. То есть тут у нас все стандартно. А на косичке, ну, тут также же, как бы, мы 2 пропустили сначала. И теперь мы вначале не за, ну, как бы не за столбики заводим, а перед. То есть меняем местами. 1 и 2. Так, и все время теперь дальше будем вот таким вот образом вязать. Теперь 2 пропустили, вяжем 2 следующих. 1, 2. А здесь уже теперь заводим за эти столбики. Вот так вот крючком себе помогайте. Смотрим, где у нас. Вот он, первый. Оп. И второй. Так. Завершаем ряд, как обычно. Обычный столбик, выпуклый и обычный. И таким образом, видите, у нас сейчас будет косичка как бы зеркально идти. Как я и сказала, это для того, чтобы вот когда здесь у нас спереди мы смотрим, чтобы как бы косички, ну, симметричные были для красоты. Если вам это не нужно, то на дальнейшее вязание это никоим образом не повлияет. Изнаночные ряды, как обычно, то есть все дальше вяжем мы как и перед этим. И давайте здесь тоже, по идее, должно быть 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я сейчас провяжу. Здесь, по идее, здесь еще один нужен будет ряд. Ну, в общем, вам скажу. И что еще хотела вам сказать. Смотрите, если вы вяжете правильно, то есть самое главное, что мы крючок всегда вот ну, под столбик вяжем, да, когда лицевые ряды вяжем. Тогда у вас сзади будут образовываться вот такие вот в каждом ряду косички.
Здесь, ну, лицевая изнаночная, потом они чуть смотрят вот через одну в разную сторону. Если у вас это есть, значит, вы все делаете правильно. Вы большой молодец. Друзья, смотрите, я же вам сказала, что изнаночные ряды вяжем также, но я имела в виду, что также мы вяжем здесь вогнутые столбики и вяжем столбик над столбиком, потому что у нас же здесь с вами порядок столбиков поменялся. Вот, но самое главное, что мы следим за тем, что, ну, как бы вяжем их в нужном порядке. То есть, какие вот первые здесь у нас внутренние шли, теперь мы вяжем вот эти столбики. Ну, то есть, так, как я вам и показывала. Вот, а здесь наоборот у нас сначала мы вот эти два провязываем. Чтобы вы не запутались. А потом переходим к вот этим двум. И смотрите, эта ниточка, она распускается сложнее, чем обычная, да, обычный хлопковый, вот мы с вами вяжем. Поэтому, если вдруг вы ошиблись, то не тяните ее вот прям, ну, просто. А вот эти ниточки, они цепляются. Потому, когда вы начинаете распускать, ну, тут у меня свежесвязанная, поэтому нормально идет. Но как бы когда это будет уже второе, третье ряд, то как бы вот эти вот усики путаются, и вы просто помогаете как бы либо крючочком, либо иголочкой, чтобы саму нить вам не рвать. Так, смотрите, связала я еще вот здесь, получается, 10 повторений. Если вы пересчитаете, ну, можно вот покромочно считать вот так вот, то у вас получится сейчас 42 ряда. То есть у нас были первые два рядочка, потом 10 до серединки, сейчас 10 связали. И еще один рядочек мы с вами сейчас вяжем для того, чтобы у нас вот здесь каемочки, конечно же, были одинаковые. Что мы делаем? 3 воздушные петли. И продолжаем наш узорчик. Единственное, мы уже сейчас сами переплетения делать не будем. Провязали выпуклый. Следующий у нас обычный столбик. Теперь вяжем просто 8 выпуклых столбиков. Помните, мы начинали с вами с вогнутых, потому что у нас был изнаночный ряд. А это у нас лицевой, поэтому мы вяжем выпуклые столбики, но уже как бы не скрещивая. Просто завершаем свою косичку. И завершаем ряд. Как обычно, обычный у нас столбик. Выпуклый и обычный. Тут я не туда вколола, сейчас исправлю. Сейчас я замерю, сколько у меня здесь получилось вам для ориентира. И смотрите, ниточку мы с вами сейчас не обрезаем, мы продолжим с вами вязать в следующем уроке. Так, что я вижу? У меня получилось 23 сантиметра. 23 сантиметра. А, давайте на куколке посмотрим. Потому что у нас же здесь еще будут... Так, это наоборот. У нас же здесь еще с вами будут планочки. Вот это вот двойная планка. Поэтому вот приблизительно, ориентировочно вот так. С виду мне сейчас кажется, что чуть больше, чем должно быть. Ну, в общем-то, это пальто, но может и на кофточку одеваться. То есть, вот таким вот образом. Ну что, благодарю вас за то, что повязали вместе со мной. Обязательно вытяните петельку подлиннее, чтобы у вас не распустилось. Лучше отложите так, если у вас есть маленькие детишки или котики-собачки, чтобы они вам не помогли вязать. Да, я забыла вас поблагодарить за реакции к предыдущему видео. Там много просмотров, много комментариев. Очень рада, что это пальтишко вызвало у вас такое воодушевление. И я надеюсь, что и следующие видео из этой серии вы будете также с интересом смотреть и вязать со мной. Кто хотел, я знаю, делала опрос, есть такие PDF-инструкцию за дополнительную плату, она будет. Единственное, чуточку позже, потому что, ну, как бы я сейчас сама вникаю, что у меня здесь
дальше происходит, поэтому мне понадобится некоторое время, чтобы это все записать, оформить фотографии, ну, сделать, как всегда, для вас красиво, чтобы вам было удобно вязать. Так, напомню, что лайк, пожалуйста, комментарии дружеские, можно поделиться в соцсетях. Следующая серия, да, серия этого пальто выйдет на следующей неделе. Раньше, к сожалению, никак не успею. Ну и все равно у каждого разная скорость вязания и разное время, которое вы можете выделить на вязание. Кто-то только по выходным может вязать, поэтому кто быстренько связал, не расстраивайтесь. Будем вязать все вместе. И фотографии можно показать будет либо в Инстаграме, отмечайте меня, делайте уведомления «Касатка Долс», либо я создам альбомчик в группе ВКонтакте, ставлю вам на группу ссылочку под видео. Туда можете загружать свои процессики, показывать, что у вас получилось. Обязательно пишите, что и показывайте, чтобы я знала, что стараюсь не зря. Все, я вас всех обнимаю. Желаю вам крепкого здоровья. Берегите себя, своих близких. И всего самого вам прекрасного. До новых встреч, новых видео. Пока-пока!